стала известна отличная новость. Сольное шоу «Юдзуру Подарок» будет доступно для просмотра не только в Японии, Южной Корее и части Китая, но также по всему миру. Сообщение на официальной странице шоу. История подарка, выражающая жизнь и будущее Юдзуру Хани на льду. Мы надеемся, что подарок достигнет каждого человека по всему миру. Live Viewing, чья трансляция шоу будут запланированы в кинотеатрах, опубликовал сегодня информацию о показе шоу онлайн для всех желающих. Платформой выбрана Kitix.com. Приобрести билет на просмотр подарка можно с 15.00 24 февраля по 1 марта. Регистрация доступна уже сейчас. Запись на шоу на сайте можно будет посмотреть вплоть до 1 марта. Напоминаю, что подарок запланирован на 26 февраля. Также опубликована информация о будущем шоу Fantasy on Ice 2023. В нем традиционно участвует Юдзуру Хани, но на данный момент состава участников нет. Фигуристы и артисты еще не объявлены. Шоу пройдет 26-27 мая в Макухаре на площади с вместимостью около 9000 человек. 2, 3, 4 июня в Мияги на площади Кисей Хэйм Супер Арена с вместимостью около 7000 человек. На этой же арене планируется шоу Ноты Стеллата. 16, 17, 18 июня в Нигиате на специальной ледовой площадке в Токи-Месси. 23, 24, 25 июня в Кобе на площадке World Memorial Hall с вместимостью около 8000 человек. Длительность каждого шоу 3,5 часа. Стоимость билета от 10 тысяч до 27 тысяч йен. Продажа будет проходить поэтапно с 1 апреля в режиме лотереи. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!